Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Онлайн, подтвержденная старшим национальным директора за 2,5 года работы. И сегодня мы с вами поговорим о том, как ставить многоэтажные статусы. Мой новичок Катюша Чадуева спросила: Аня, а есть видео, как в Одноклассниках под своим видео или картинкой поставить свою ссылку и свой текст? Вот таким вот образом мы сейчас с вами будем смотреть. Во-первых, статус мы выбираем, и тут есть текст, фото, видео. Да, если, допустим, вы напишете «Привет», а потом вы прогрузите любую картинку. Да, давайте добавим фото с компьютера. Вот, я выберу что-нибудь, да, интересное. Да, то есть, ну вот, допустим, и потом я, значит, могу написать снова текст, что, допустим, просматривая фото, ой, капслог включился, сейчас уберу, да, просматривая фото, я увидела Ириночку, допустим, Тихонову. Я увидела Ириночку Тихонову. Это серебряный директор в моей структуре. Как приятно было увидеться с нею в Казани. Да, допустим, Иришка, драгоценная моя. Иришка, драгоценная моя, я скучаю. Встретимся на ассамблее. На ассамблее. И точка. Да, ну, как вы видите, как обычно, ошибочки немножко, но я их быстренько так вот поправляю. Вот. Да, то есть и тут можно подписать «Привет всем». А потом, значит, как текст или ссылочку на фото, да, встретимся на ассамблее. Вот, и, конечно, тут можно даже и видео об ассамблее, да, добавить какое-либо. А, к примеру, я могу взять свой YouTube-канал. А, да, давайте я сейчас на него зайду, на мой YouTube-канал. И, допустим, наберу в поисковике на своем YouTube ассамблея. Очень важно, чтобы эти видео были именно ваши, потому что, ну, по этому видео будут проходить по этой ссылочке, поэтому предварительно нужно его себе на канал взять, да? Вот тут поисковичок, и я пишу ассамблея. Ассамблея, и нажимаю Enter. И ищу у себя ассамблею на канале. Да, ассамблея Faberlic 2016. Да, то есть вот она, наверное. Вот. И тут вот есть 2015 Сочи. Да, тут есть ассамблея Шри-Ланка Faberlic Онлайн. Да, то есть и все такое прочее. То есть очень много советов, очень много всяких видео по ассамблее. Вот. Я возьму, конечно, вот это вот. Так, ассамблея 2016. Давайте посмотрим, что там. Ну вот, да, красивая. И вот могу или вот эту ссылочку скопировать, или та, что в браузерной строке. В принципе, без разницы. Да, нажимаю, допустим, Enter, ввожу. Размещение этой ссылки, как вы видите, запрещено. А что я делаю? У нас с вами есть такая фишечка, как шаблоны сообщений. Я, допустим, беру любой сократитель ссылочек. Да? Давайте я по нему пройду. Любой сократитель ссылочек. И вот сюда вот вставляю. Нажимаю сократить. Сократить. И вот. Оно, допустим, это видео, да? Давайте вот таким образом попробуем. Ctrl-V. Вот, значит, эта ссылочка прошла. И, допустим, сейчас я могу добавить еще какое-либо фото. Прошу прощения за сообщение. Да, где мы, допустим, с Ириночкой еще где-то, да?
плохо видно. Надеюсь, не одно и то же. Файл неверного типа. А, использовать изображение к видео, да? Вот. Ну и давайте, к примеру, мы возьмем любое другое видео. Да, то есть, так, это не Ирина. Вот тут, наверное, Ирина. Вот Ириночка. Нажимаю открыть. Давайте посмотрим. Да, вот оно прогружается. Вот это мы с Ириной ездили в Казанский аквапарк, в Ривьеру, да. Вот, встретимся на ассамблее. И вот, в принципе, пожалуйста, ссылочка. Можно также текст, да, написать. Кстати, с нами едет, да, более 30 директоров проекта. Да, ура! Жду встречи. Осталось 2 месяца. Ну, вот, к примеру, так, да, осталось 2 месяца. Ага, вот. И, конечно же, в принципе, все. Можно еще поставить какую-нибудь фотографию, да, любую, допустим, с форума. Да, тут есть фотографии, конечно же, скорее всего, из форума есть. Как мы тут гуляли, да, то есть всякое-всякое можно. Допустим, можно поставить эту же самую, допустим, гифку. Нажимаем «Открыть». Оно выгружается, и вы можете видеть гифку, да. И давайте уже нажмем «Поделиться», то у нас будет куча этажей. Вот, также можно, в принципе, еще поставить ссылочку на свой сайт, да, на свой рекрутинговый сайт. К примеру, давайте поставим с вами вот мой рекрутинговый сайт. Ну, конечно же, только после я ставлю вот именно «Работа в интернете». Вот, копирую, обязательно ставлю через сократитель ссылок, Ctrl-V, сократить. Да, вот оно у нас. Так, немножко запамятовала первый или второй, сейчас посмотрим. Так, все, да, второе, отлично. И возвращаюсь в «Одноклассники». И, допустим, нажимаю вот таким вот образом. И у меня спрашивают добавить фото. Я еще могу добавить. То есть вы можете хоть 100 этажей. Да, хоть 100 этажей. А у вас все равно все фотографии пройдут, если вы будете делать статусы очень редко. Да, опять-таки можно любую фотографию. Или можно, давайте возьмем с диска D что-нибудь такое уже интересное, да. Так, не могу найти. Не могу найти. Давайте посмотрим картинки работы. К примеру, вот эту фотографию. Тут, кстати, тоже есть Ириночка. И, в принципе, будет здорово, да? Ой, нет, тут, наверное, не Ириночка. Это Казань, да, Казань, но Ирины где-то нет. Так, нажимаем «Добавить». Фотография добавляется, да? И, конечно, у нас с вами получается такой вот здоровенный коллаж, да, вот, и нажимаем с вами «Готово». Вот, пожалуйста, фотография, да, и мы нажимаем «Поделиться». Да, а сверху у вас будет «Привет всем», да, то есть тот, кто заходит на вашу страничку, конечно же, в статусе будет это видеть, да, когда он нажмет, то мы с вами увидим сначала меня с Ириной, как мы гуляем по торговому центру, потом статус, да, потом увидим гифку, что тоже очень интересно и прикольно, да, то есть и все такое прочее. Вот таким вот образом легко создаются многоэтажные какие-то интересные, да, то есть вы можете кулинарию тут создать, да, и, допустим, чтобы эту кулинарию связать с
работой в интернете, вы можете сказать, что теперь я готовить могу в два раза чаще, я могу заниматься своим делом в два раза чаще, потому что я работаю в интернете, и у меня появилось побольше свободного времени, да, то есть я чаще стала находиться дома, когда начала зарабатывать дома. Вот, что-то типа такого, да, то же самое там мужчины с футболом могут сказать, да, то же самое, то же самое. То есть первая тема должна быть интересной, и внизу регистрация, то есть чтобы этот статус лайкали, куда-то несли, еще что-то. Ну вот таким вот образом я делаю этажи, таким образом я рекрутирую с помощью брендированной странички. Я желаю вам роста, удачи, везения, во всем вдохновения. С вами была Аня Кононова.